На наши тренинги приезжают люди разных профессий, разных специальностей. Среди них есть йога-учителя, ведущие женских тренингов, тантра-учителя, ведущие энергетических практик, различные мастера разных эзотерических направлений. И звукотерапия с тибетскими чашами и другими нашими инструментами позволяет вам соединить ваши тренинги с искусством звукотерапии с тибетскими чашами и другими инструментами. И в этом случае ваши практики становятся намного глубже, становятся более привлекательными для людей. Вот так можно использовать звукотерапию, сохраняя свою специальность, делая ее более интересной. На наших тренингах вы получите эти знания, и очень важный момент. Эти знания легко применимы, потому что по нашим наблюдениям сейчас каждая йога-студия хотела бы иметь возможность проводить звукотерапию с чашами, но нет мастеров. И вы можете стать таким мастером, вы можете сами организовать такой процесс. Мы предлагаем вам и помогаем вам в этом. Мы объясняем, как соединять ваши традиционные практики со звукотерапией. Мы помогаем вам покупать чаши, выбирать чаши, соответствующие вашему направлению. И все это происходит на наших тренингах, куда мы вас приглашаем. Владимир Сказка и Шиве Гириш. Добро пожаловать!